Ничего, Алихан, держи. Смотри, ох, какой, блин, цвет. Ты только посмотри, какой цвет. Вот тебе. Оп. Пробуй. Заценишь. Сейчас. Тогда делается вот так вот. Как? Как мартини, коньяк пьешь. Сначала раскручивается. И потом? Потом залпом вкатываешь, да? Нет, мелким. Вот, вот, вот. Вот это правильно. Я думал, ты не знаешь. Как? Не знаю, блин. Ты сомелье наш местный, самый лучший, точно. Преображенский сомелье. Фунфурье сомелье. Далее. Ну как? Ничего, нормальный. Какие ноты отдают? Напиточек. Какие ноты, чего? Ну-ну. Яблочный. Яблоком, думаешь? Да. О, еще какие ноты чуешь? На, так. Всего в нем. Все в достатке. Все хватает. Вино очень классное. Пришлось по нраву. Да. А так крепленненькое или как? Или да? Слабенькое? Она, полукрепленное? Нет, какое? Она не полусладкая. Она как крепленненькая такая. Крепленненькая. Она пьется легко. Компотик. Но потом... Компотик. С нее может быть это. Рубануть как надо. Да. Она просто не ощущаешь. Ты будешь всего соображать, а она нахер. Ты пробовал такие уже? Конечно. Домашние. Мы сами тоже дома. Ну, сами это не то, это санапы. Ты понял? Там-то другие у них ингредиенты. Сантеем, ты тоже можешь решишь там это попробовать, не? Нет. Компотик, Сань? Нет. Ну, правильно. Олег, ну тогда что, это тебе тогда вдогон. Может, родителей угостишь там или как. Может, для милой любимой оставишь, там приедет когда-нибудь, кохните. А? Мы тоже скоро поедем. Куда? Туда. Туда скоро поеду. Мне же Андрей Анатольевич уже возил Михайловку. Ну, он возил тебя. По работе вы ездили? Ну, не по твоим же делам? Ну, по работе, но я-то заезжал между делом. А, ты к своей заезжал? Да. А что ж ты не рассказывал мне? А тебе и не было как раз. А потом это еще один человек какой-то ко мне приперся, блин. А-а-а. Вон оно что. Ну ясно. Когда приехал, она обрадовалась в первый день. Женек, спасибо за винчик. Жень. За подарки. От души. Владимир Иванович, за приправу. Там, кстати, три у него. Приправы. Может, тебе одну дать, спросить у него? Спроси. Приправы для борщей, для супов. Да, вот это было, кстати. Ты же готовишь там картошечку, конечно, Морковочку, капусточку. Это, кстати, было. И приправы такие, из хороших этих. Ну, натуральные. Анапских. Не то, что у него. Анапских, да. Трав. Спроси у него. Да спрошу. Если он их еще не съел. Ну вы сейчас что, все, домой после работы? Да. Отдыхать. Хорош. Отдыхать, купаться. Завтра что? Завтра во сколько эти приедут?
А, завтра должны приехать. Да, да, должны приехать. Мне, чтобы это подготовиться, я чтобы знал. Жирновска, уже. Да, Леха с супругой должен приехать. Он уже был у нас в гостях. И не раз, между прочим. Ну, во сколько? Во сколько? Ну, к обеду, наверное. Завтра у нас пятница, рынок. Смотри ближе, ну, к обеду там где-то ближе. Подскочим. Да. Как мне тебя найти, скажи, куда мне будет звонить? Может, тебе рацию дать? Владимир Иванович не хотел, может, тебе ее дать, чтобы по рации. Давай, ты сейчас. Не потеряешь? Нет. Я прям только с радостью. Блядь, ты сейчас... тебе же не дозвонишься никогда, я никуда. Я с радостью прям буду с тобой переговариваться даже по ней. Когда я буду в канале. Да. А то ты будешь часто, я знаю, покажи звонить. Покажи мне, куда что нажимать, ну, блядь. И все. А остальное... А если ты ее потеряешь? Не потеряю. Я тебе ее назад потом целую сохранность верну. Да? Да. Ну, понял. Давай, что ли, так сделаем. Да там их надо заряжать, Олег. В паре сразу зарядить. Сейчас. А зарядка какая там? Там зарядка для рации специальная. Вот их сразу ставишь в розетку, дык-дык. Ну, стоят. Зарядка есть у нас. У Сашки, у него вообще 4 рации. Да ты чё? Да. О. Ну, есть чем зарядить. Ну, давай зарядим тогда. Ты сегодня хотел зарядить? Ну, а когда? Так же сейчас раз. Будем общаться. Ну, давай так. Давай. Давай так. Сань, ты что там? В интернете? Да смотрю на свой телефон, дисплей. Чё? А, разбил? Ну да, в больнице с кармана выпал. Чё за дисплей? Ты на Infinix Hot 30. А, это другой телефон? Это мне дали на время, пока походить. И чё он там стоит, его дисплей? Да вот ищу сейчас подходящий. Ты, Олег Иванович, ещё решил? Да. А чё на неё смотреть? Ну да, в принципе-то. Чтоб понять конкретно, да? Ну. Сейчас, наверное, можешь учуять какие-нибудь другие нотки. Второй стакан, он уже по-другому идет. Вот. Может быть, апельсином отдавать сейчас. Нет, апельсина точно не будет. Не Я будет? Уже даже вкус угадал. Угадал? Да. Как? Нормально. Что за вкус? Яблоко. Яблоко? Зеленое яблоко. Зеленое яблоко? Ну, пусть будет зеленое яблоко. А так, если услышать носом, то что будет? А так, другое, как шоколадом отдает. Вкус шоколада? Да. И, блин, горячая эта зараза. Смотри, там кострик мне не наделай в урне. Не. Ну так что, с рацией пойдешь, зарядишь из... Конечно. На связи. Да, и мы даже сегодня с тобой и свяжемся по ней. А сегодня-то уже зачем? Наверное, завтра. Ну или завтра, когда... А вдруг ты сегодня хочешь проверить? Ну проверить-то я проверю. Тебе там наберу по ней, лады. Ну. Вот. А я ты должен ответить. Хорошо. Санек, разберетесь сразу, если я ему дам? Разберемся. А? Разберемся. Если что не так, посмотришь там. Ну, если что, в YouTube забью. Да, как там, что? Ну, лады, Олег, смотри, только не потеряй. А там, может, и Владимиру Ивановичу как-нибудь дадим. Но он не хочет сколько тут раз. Тут в Сочи нас приглашает. Да? На месяц путевка. Там и по морям, и все, если кататься, блин, на этих, на катерах, на этих, блин, гостиницы, все есть. Звали, да? Да, звали люди. Вот так вот, блядь. Ну, уезжай, а что делать? Так они, наоборот, хотят, чтобы мы втроем приехали. С кем? Ты, я и Вадим Иванович. А, да?
Просто хотят, чтобы мы приехали, да? Да я тоже хочу, в принципе. Сочи, блин, красивый город. Сочи. Был я там, Олег. Ну, еще раз. В марте месяце. Я знаю. Я же тебе говорил. Роза, белый, желтый песок, да? О, да там все, Олег. Я знаю это. Какой желтый песок? Да. Почему? Когда еще вот этот восход солнца встает. А. Желтый песок. Он... Вон что. А то я ты подумал что-то про другой желтый песок. Нет. Какой ты там наваливаешь. Я говорю то, что надо. Может, он пожелтел? Как он может пожелтеть, если нет? Так, то он белый, а когда при закате солнца, он желтый. Все, теперь ясность полная. Понимаю. Так. Ну... Шурей, ну мы что сейчас пойдем? Апельсинов, мандаринов сейчас возьмем. Пойдешь со мной? Да пошли. Пойдем, дойдем до покупочки. Поближе, если так раз к дому. Да, да. Ну как, Олег, второй пошел? Нормально. О! Ты же не выпивал сегодня еще? А когда, блин, мне некогда было. А, ну все, тем более, значит, ты понимаешь прям хорошо эти все ноты, весь этот вкус. Чё, почём и как? Мы сегодня как белка в колесе, блин, все. Да я и по сути вообще его сбавил уже, все. Я уже не пью. Да я знаю. Работаешь каждый день, чё ж. Он даже сегодня, Андрей Анатольевич, заметил, блин. То, блин, я до города доезжаю, полторушки нету. Оттуда едем, а опять еще полторушка. А есть, блин, одна полторушка туда-обратно. И то еще даже вот так все, вот остается. Сбавляешь, сбавляешь, Олег. Скоро перейдешь на компоты. Сашка и то даже сегодня тоже. Удивился? Обалдел, да. Вот это да. Ну и правильно, все так тебе и говорят. Делай как надо. Ну что, забирай тогда. Нет. Да пошли. Мать там телефон потеряла ваша сегодня, звонил батя. Да знаю я, блин, вон. И сваток звонил. А вызов идет до сих пор. Может, она нашла его уже? Да, может, в бабтоме она была там, может, к бабушке заходила. А, могла там оставить. Она просто машинально оставила, я, может, где-нибудь выпал, и все. Сань, ну что там экран твой стоит-то? 1400. 1400? Угу. Ну что, давай тебе возьмем, что ли, экран. Куда же деваться? Помогу тебе. Вот он с этой темой. Вот этот? Угу. Давай закажем. Да фруктов пойдем тебе наберем. Это, Сань, только это. Бокальчик занеси. Бокальчик я обязательно занесу. Чтобы не расковывать. Конечно. А иначе будет это. Думаешь, будет? Будет, я знаю уже. Ну и тебе тогда будет, Дим. И тебе тоже, тебе первого прилетит. Ах ты жулик какой, Олег. Ну да ладно. Тебе первому, мне второму. Едем дальше.